Комсомольский бульвар на Новосадовой от Постникова оврага до улицы Гастелло в этом году преобразится до неузнаваемости. На территории уже трудятся рабочие, косят траву. Максим Пазухин во время покоса представляет себя не иначе, как цирюльником. Зеленый ковер должен быть ровным, травинка к травинке. Работу свою Максим любит, говорит, дарить хорошее настроение самарцам – его призвание. Пользу горожанам, конечно, приносим, чтобы чисто было все, убрано, как бы, и трава была нормальной. Все для Самары. Также в зеленой зоне напротив загородного парка высаживают деревья и кустарники. Всего 16 видов. Это как хвойные, так и ольха, клены, рябина, ель. То есть разные виды деревьев, которые создадут, я надеюсь, красивую композицию. И уголок для отдыха горожан, которые уже пользуются данным сквером и зимой, и летом. Деревья и кустарники высаживают с учетом расположения подземных коммуникаций. И если возникнут аварийные ситуации, зеленые насаждения из-за ремонта труб не пострадают. Чтобы зеленые насаждения чувствовали себя в дальнейшем нормально, ни теплотрассы, ни системы РКС не мешали. Значит, во время посадки, после посадки производится благоустройство, то есть убирается грунт, который выбрали. Ну, все приводится в порядок. Все работы планируют завершить в июне. Параллельно с этим на Комсомольском бульваре ежедневно поддерживают комфортный микроклимат. На газонах работает автополив, пылесосы в круглосуточном режиме курсируют по тротуарам. Кроме этого, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, территорию обрабатывают спецсредствами. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.